после того, как оторвали наклейку с термоса, остались вот такие вот остатки клея. Для их устранения возьмем вот такое вот чудо-средство. Натуральный очиститель. Скотч выводит пятна, смазки всякие. Вот. На основе каких-то эфирных масел очень легко убирает все эти загрязнения. Правда, потом очень долго пахнет таким цитрусовым апельсином, что ли. Поэтому, если есть возможность, обработанную поверхность лучше сразу же промыть. Ну вот, в нашем случае он все убрал. Все загрязнения. И у нас появилась вот такая вот поверхность нашего термоса. Осталось только его промыть, и можно использовать. Вот еще одни остатки скотча, очень старые, и сам скотч. Обработаем это все дело данной жидкостью. Далее берем и устраняем. С легкостью устраняет даже остатки скотча. Мы расцарапали. Так, финальная обработка. Вот и все. Не осталось даже следа.